Привет автолюбителям! Вы на канале Прага Авто. Сегодня мы поговорим о гарантии и гарантийном обслуживании автомобилей Шкода. Вы владеете новым автомобилем Шкода, либо хотите приобрести его и хотите, чтобы в процессе эксплуатации у вас не возникло никаких дополнительных затрат по времени и средствам, Шкода Авто гарантирует 2 года полной гарантии на автомобиль Шкода без ограничения пробега. При этом, как опцию, вы можете приобрести дополнительную гарантию до 4 лет, либо 120 тысяч километров пробега. Далее более детально. Приобретая новый автомобиль Шкода, вы одновременно получаете гарантию на данный автомобиль. 2 года на все узлы и агрегаты, 3 года на лакокрасочное покрытие, 12 лет на сквозное проживление кузова. В случае наступления какой-то неисправности, поломки, предоставляете автомобиль для проведения гарантийного ремонта. Для оформления гарантии необходимо иметь с собой свидетельство о регистрации автомобиля, сервисную книжку, паспорт владельца и, естественно, писать заявление, чем подтверждаете вы обращение для проведения гарантийного ремонта. Еще завод-производитель предоставляет постгарантийную поддержку на автомобиле Шкода. Она действует с момента приобретения автомобиля 5 лет. После того, как прошла гарантия 2 года на основные узлы и агрегаты, завод еще 3 года может помочь в ремонте дорогостоящих узлов, такие как, например, двигатель, коробка переключения передач или дорогая электроника. Завод может оплатить какую-то часть ремонта. В большинстве случаев это 100% ремонт, а вы просто платите за работу. Если вы приобретаете и устанавливаете на автомобиль оригинальную заводскую запасную часть, вы получаете 2 года гарантии на данную запасную часть. Как видите, Шкода заботится о своих клиентах как в гарантийный, так и в постгарантийный период. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить наше следующее видео.